Уважаемые сограждане, мы рады вас приветствовать сегодня на нашей мирной акции. Мы поддерживаем требования жителей села Тамыш. Мы считаем также, что депутаты парламента должны принять беспрецедентное решение и перенести выборы. За 35 дней до начала регистрации был отравлен основной кандидат на должность президента Республики Абхазия. Над нами сейчас, на мой взгляд, нависла особая ответственность перед будущими поколениями. Если политический террор, так же, как и раньше, на протяжении 25 лет присутствовал в нашей жизни, у нас есть возможность, благодаря депутатам парламента, закончить это сегодня. Сегодня на сессии парламента присутствует 32 депутата. Этого достаточно для кворума и решения принятия. Мы здесь собрались, чтобы поддержать этих людей, под каким бы давлением они ни находились. Когда начиналась сегодняшняя акция, многие спрашивали, она связана именно с Асланом? Нет, она связана вообще с общей ситуацией в нашей стране. Те люди, которые хотели отравить Аслана Бжания, надеялись на то, что ликвидируют его физически. Это первое. С Божьей помощью он выжил. Второе. Они надеялись, что народ Абхазии не отреагирует. Но сегодня вы здесь. Мы показываем то, что не можем согласиться с такого рода борьбой. И третье. Они надеялись, что закон Республики Абхазии и решение парламента не будет принято. Если депутаты парламента, вольно или невольно, не примут данное обращение жителей села Тамыш и общественности Республики Абхазия, они помогут злоумышленникам решить все свои проблемы. Я надеюсь, у нас хватит силы воли, духа выстоять здесь на мирной акции и поддержать депутатов парламента, чтобы они поддержали своего коллегу прежде всего.